Странная и жуткая история произошла этой ночью в Екатеринбурге в доме 31 по улице Победы. Выпрыгнул из окна четвертого этажа и покалечился 27-летний парень Дмитрий Андреев. А вынудили его это сделать бывшие дружки-наркоманы. Мать Димы описала случившееся так. Около полуночи к ее сыну нагрянули визитеры, четверо мужчин и девушка. В квартиру он их не пустил. Вышел разговаривать на площадку. Мать через дверь слышала, что гости предлагали ее сыну купить героин. Они, дескать, знают, что тот колется, а им срочно нужны деньги. Дмитрий отказывался. Из-за наркотиков он расстался с женой и своей 7-летней дочерью, и вот недавно прошел курс лечения. Бывшие дружки были настойчивы. Чем уж они шантажировали Дмитрия, нам неизвестно. Только в разгар ссоры парень забежал домой, крича, что вызовет милицию. Гости оборвали телефонный провод и стали ломать дверь. Тогда-то Дима Андреев и выпрыгнул из окна. Хотел ли он самоубиться, убежать или искать помощи, не знаем, но прыжок вышел крайне неудачным. Сначала парень ударился о козырек между вторым и третьим этажами, а затем уже на земле о канализационный люк. Мать стучалась по всем соседям с просьбой вызвать врачей и милицию, но напуганные жильцы ей не открыли. Между тем гости даже не думали скрываться, они подобрали окровавленного парня и под руки занесли его в подъезд. Похоже, не так легко избавиться от наркотической зависимости, даже после лечения, хочешь не хочешь, а та среда обитания, те знакомства, что приобретаешь, сидя на игле. Так просто завязавшего не отпускают.